Всем привет, дорогие друзья! На ваших экранах огромный двухпалубный крылатый красавец Boeing 747 компании Transair. Но это означает только то, что я опять куда-то лечу. В этот раз я лечу в Алмату, а после Алматы собираюсь лететь в Амстердам. Ну а дальше куда судьба занесет? Я нахожусь в транзитной зоне аэропорта Внуково города Москва. Уже который раз по счету в этом году. Ну и, надеюсь, не последний раз я здесь нахожусь. К этому месту я уже очень привык. Оно мне очень-очень нравится. Здесь много всяких разных кафешек интересных. Ну, здесь всегда не очень много народу, что весьма приятно. Ну вот, вот как выглядит терминал аэропорта Внуково. Его транзитная зона. Дорогие друзья, и еще хочу сказать... Уж поскольку я в пути, значит, от меня в ближайшее время вместо обучающих видео стоит ждать видео про всякую ерунду, про все мои поездки, про города Азии и по большей части города Европы, такие как Амстердам, ну и если повезет, то Париж и Рим. Ну, зачем я хочу поехать в эти города, я еще не уверен, что я в них попаду. Зачем я туда хочу поехать, об этом в последующих сериях, в последующих видео. Надеюсь, что вам понравится. Жду ваших запросов по поводу интересующих вас обучающих видео. Как только вернусь домой, приступлю к записи, собственно говоря, обучалок. Ну, до новых встреч, счастливо вам! Не забывайте про кубики.